Всем ультралайф. Друзья, мы сейчас находимся в Ловце, у нас такая полудневка. И я решил немного утеплиться, утеплить свои ноги. И мне на почту пришла посылка, которую я хочу как бы распаковать. Основные впечатления, конечно же, я расскажу уже потом, когда испробую этот продукт. Хотя сомнений у меня каких как таковых нету в нем, потому что это не то, что какое-то новое, что-то непонятное, оно должно быть офигенное. Это получается, как они называются? Пуховые чуни. Пуховые чуни от Сингир. Оранжевый цвет. Почему они мне понравились сразу? То, что они выше. Может быть, они чуть-чуть как бы по весу больше весят. Я потом попробую, ну, сравню как-то, как смогу с чунями от Agix Max. Да. Да, мы попробуем сделать фотку и как-то попробую сравнить. Но это будет уже чуть-чуть позднее. Идти нам еще долго, поэтому эти чуни будут в сам раз. Всем ультралайт. Пока-пока.